приходит сенатор, прилетает в Москву, представляющий какую-то область, значит, прилетает в Москву, да. И первым делом, значит, в публичный дом заходит. Там эта мамка, значит, главная, он говорит: Елена Константиновна, мне, как обычно, дайте лучшую тёлку, которая есть. Говорит, вы знаете, говорит, вот Иван Иванович, такая хуйня, говорит, случилась. У нас вообще все девочки заняты. Говорит, ну есть вариант, если хоть одно заявление будет, если хоть что-то мне понравится. Обслуживание бесплатно, да пожизненно будет. Ну что за вариант? Говорит, есть Гоша, блин. Вы что, охуел, что ли? Наверное, пидораса похож, что ли? Говорит, да подождите, вы не понимаете. Вот, не, вот если пожалуетесь хоть на что-то, блин, все, бесплатно. Гоша. Да, думаю, ну давайте вашего Гошу тогда, блядь. Садятся в машину, значит, Гоша спрашивает, вы к вам поедем? Он говорит, да, мне на дачу поедем, значит, по Рублевке. Он говорит, хотите, я за руль сяду? Он говорит, ну давай садись. Сел Гоша, только выезжает в центр, все перекрыто, блядь. Значит, эти самые коммунисты, там съезд какой-то, там, значит, демонстрация, блядь. И думает, ёлки, сейчас застрял, блядь, с этим Гошей еще в машине. Гоша говорит, ничего не волнуйся, берет трубку, говорит, алло, Владимир Владимирович, здрасте, это Гоша. Да нету времени заехать, понимаю, да. Ну вот, знаете, вот не могли бы сейчас вот открыть мне Кремль, я говорю, вот дать команду ФСОшникам, чтобы я это... Блядь, тут все ФСОшники разгоняют, открывают, там через Кремль проезжают на набережную, блядь. Дальше наверх на Кутузовский, блядь, поехали. Ну, сенатор смотрит, думает, ёпта, что такое, блядь. Ну и идут дальше, блядь. Гоша гоняет, блядь, 120, блядь. Гаишники останавливают около арки, блядь, на Куту. Гоша открывает окошко, гаишник говорит: ой, Гоша, блядь, извини, ради бога, затонирована машина, не узнали, не видели. Прости, сопровождение сделать надо, что там? Тут говорит, да не, нормально, пацаны. Сенатор смотрит, что за хуйня. Уже на Рублёвку уезжает, блядь. Два Гелентвагена, блядь, прижимает машину, блядь. Выходят пацаны, блядь, лысые, блядь, с битами нахуй, блядь. Говорит, быстро из машины, блядь. Гоша опять открывает окошко, блядь, смотрит. Ой, Гоша, братан, не узнали, извини, попутали, реально, рамсы попутали, все нормально, прости, ради. Блядь, подъезжает уже к дому. Сидит сенатор, все думает, блядь. Говорит, Гоша, а вы не могли бы выйти из машины? Я, говорит, только звоночек сделаю, частный. А он говорит... Да, конечно, вы же хозяин, как скажете, вопросов нет. Выходит он из машины, этот звонит в публичный дом, говорит, здрасте, Елена Константиновна, это я, сенатор. Он говорит, что-то не так? Говорит, да нет, все нормально, просто скажите, а Гоша в курсе, кто кого ебать должен?